называется булгар оти, булгар папа. 2 килограмма, в основе хлеба лежит мука грубого помола с частных мельниц из зерна, выращенных в Спасском районе, фермер Гришин. Терминал, да, сегодня? Я не помню, да? Давай, где у тебя аппарат? Соседи мысли не читают. А? Не читают соседи. А, скажите, я же самое. Сейчас можно. Тиньков. Присоединение, все, прошло. О! Булгар они. Вот этот булгар мама хлеб. Угу. Как вот ваша мама пекла большие хлеба. Угу, да, двухкилограммовые. Да. Вы рассказывали, что ваша мама пекла хлебки. Да. А вот здесь хлеба и календеря, и калачи, вот этот, который вы сейчас пробовали, угу, со спельки хлеб. Я хочу, чтобы ты вот взял зелье, ты поедешь родным, угу, передай привет. Угу. И это. Небольшой сувенир.